В выставочном зале губернатору показали совсем недавние поступления. Многие экспонаты, как рассказал директор музея, приносят сами ветераны и поисковики, которые находят вещи времен Великой Отечественной войны при раскопках. Таким образом, музейный фонд пополняется уже пятый год. К празднику Победы здесь откроют новые экспозиции, посвященные Черноморскому флоту, 4-му гвардейскому кубанскому кавалерийскому корпусу и поэтам-фронтовикам. Хорошо, что здесь очень много рассказано и показано, естественно, история освобождения Краснодара, да, и Кубани в целом от фашистских захватчиков. Хорошая выставка, хорошие экспонаты. И очень здорово то, что сами ветераны вот, и молодежь как раз вот, отдавали все, что есть, и при раскопках находили, и многие имена, фамилии были найдены. Поисковики, я знаю, что активно работают. Я думаю, музей один из лучших, наверное, в крае у нас. И то, что и молодежь приходит сюда, и, конечно, ветераны общаются, передают опыт, знания и любовь к Родине. Это очень важно. Специально для таких встреч в Музее боевой славы открыли отдельный зал. В прошлом году выставочный комплекс в Краснодаре в парке 30-летия Победы посетили больше 50 тысяч человек. Здесь же находится и единственная в крае выставка военной техники под открытым небом.